На Крымском мосту приступили к пусконаладке автоматизированной системы управления дорожным движением. Она обеспечит комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге, о существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы Таврида в Крыму. На данный момент установлены все опоры, смонтировано оборудование и выполняется локальная настройка, тестирование и апробирование оборудования. Смонтировано различное оборудование, включая табло, знаки, метеостанции, детекторы транспорта, комплексы фиксации правонарушений. В автоматизированной системе управления дорожным движением слаженно работают несколько интегрированных подсистем. Так, подсистема мониторинга параметров транспортных потоков включает установленные на мосту и подходах к нему радарные детекторные комплексы. Они осуществляют сбор статистических данных. Это интервал движения и классификация транспортных средств, средняя скорость потока, интенсивность движения, загруженность полос. Данные мониторинга необходимы для расчета и выбора программы управления дорожным движением. За соблюдением водителями правил дорожного движения будут следить 10 автоматических комплексов контроля дорожного движения. Автоматические метеостанции будут контролировать метеорологическую обстановку и состояние поверхности дорожного полотна. На основании полученных данных о транспортных потоках, погоде и прочих дорожных условиях система определит оптимальную программу управления движением. Система проконтролирует дорожное движение не только непосредственно на Крымском мосту, но и на автоподходах к нему со стороны Тамани и Керчи. Управлять АСУДД будет центральный диспетчерский пункт, расположенный в производственной базе эксплуатационной службы Крымского моста на Таманском полуострове.